Минуточку внимания, важная информация. Если мы наберем до Нового года 8000 подписчиков, тогда я сделаю конкурс на серию Родина РП на 8 миллионов. Также будет конкурс на Мазнике на 1 миллион. И также я сделаю видос, обзор моего рабочего стола и железа моего компьютера. Поэтому осталось еще немного, давайте попробуем все-таки добить эту цифру. Если наберем до Нового года, то все, что я сказал, я сделаю. Также не забывайте, что сейчас проходит конкурс на 1 миллион. Ссылочку я оставлю в описании на конкурс, участвуйте, итоги уже будут скоро. Даже как только набираем под этим видео 100 лайков, выходит новая серия. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинг Реплей, первый сервер. И это будет не мафия, в принципе. Сегодня мы пойдем на ВЧ. Такие, знаете, обычные будни мафии. Что мафия делает в обычные дни? Конечно же, ездит на ВЧ, пиздит патроны и убивает вояк. Почему бы и нет, пацаны? Почему бы и нет? Поэтому туда мы и направляемся, блять. Админы все типа, мол, дохуя. По-моему, даже дохуища. 3. 10 админов в сети. 10 админов, блядь. Это пиздец. 10 админов в сети. Это, конечно, жестко, пацаны. Это реально жестко. Не знаю, у меня металл вообще есть. Давайте посмотрим. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Я уже забыл, блин, где это смотреть. Так. Ранг, так. Наркотики. Металл есть, но я думаю, нужно еще закупиться. И патрончики есть. Поэтому сейчас тулим на ВЧ. И будем просто убивать вояк. Кстати, неспроста я еду на Ямахе, в принципе, потому что я знаю, как на Ямахе спокойно, по правилам, без каких-то ЕПП, проехать на ВЧ и спокойно туда выехать. Такой лайфхак вам покажу, на скутере тоже это реально, поэтому, пацаны, внимательно смотрите эту серию до конца, и я вам покажу, как это делается. Потому что бежать, блядь, 3 километра туда до склада, это пиздец. Да и потом можно спокойно выехать и доехать, не знаю, там, до базы, до дома и так далее. Поэтому внимательно смотрим и, в принципе, ставьте лайкосики. Стараюсь чаще снимать амазинг, хотя бы в день по 2 серички снимать, поэтому поддержите лайкосиками. Скоро уже будет юбилейная серия, это 700 серий, пацаны, поэтому стараюсь для вас, все для вас. От вас только нужны лайки и охуенные комментарии, поэтому... Дерзайте. Так, я закупился металлом, мак и гун, в принципе, дигла сделаем. Так, дигл. 200 патронов и тег 9. 300 патронов. Так, гун колер. И фиолетовый. Не фиолетовый, а синий. Так, теперь нужно сделать вот так вот. И фиолетовый. Все, заебись. Так. Лок 1. В принципе, погнали. Оп, нихуя себе Мерзик переехал, ёбаный в рот. Это было красиво, не спорю. Я случайно это сделал, ну да ладно. Также надо заехать в мою столовую. Немного похавать, чуть-чуть совсем, чтобы полное хп было. И напротив есть аптека, нужно купить аптечек. Поэтому сейчас мы этим займемся. Хуя себе, блядь. Так, заходи, ёпта. О, зашел наконец-то. Так, давай, прогружайся, молодец. Так. Так. Давайте самый дорогой похаваем, в принципе, так. Что там по финке сегодня? Что там по продуктам? 922, 4000. Ну, прибыль так себе, но, блин, хрен с ним. Можете приходить хавать, в принципе. Я думаю, те, кто ходит для ВЧ, для них это вообще будет заебись. Так. В принципе, не буду садиться, нам все равно аптеку через дорогу бежать, поэтому нету смысла. Так, о, москит. Да ну нахуй. Просто это бывшая девятка ОПГ Орехов, как я помню. Поэтому мне его, он мне запомнился. Так, аптечка. И еще одну аптечку купим. И давайте в банк деньги положим, потому что я не люблю, когда с собой много денег. Все, можем, в принципе, отчаливать отсюда. Ой, я наоборот снял, блядь, я дебил. Назад, камон, назад. Так, лидер взял из общака 120 тысяч, наверное, ЗП будет выдавать. Так, положить. 600 тысяч надо положить, так, 600. Я думал, откуда у меня уже деньги появились, лол. Ладно, погнали сейчас на ВЧ.
В принципе, блин, я болею. Поэтому и у меня такой голос, в принципе, и серички такие не веселые получаются, но стараюсь как могу, пацаны. Поэтому сильно не ругайтесь. Итак, как проехать же на ВЧ, спросите у меня. Надо, конечно, было бы ремочку еще взять. На всякие-то случаи, ну ладно. Короче, вот здесь есть такая хуета. Вы просто заезжаете вот сюда. Вот, вот сюда, и все. Вот и все пироги, пацаны. И едете спокойно себе на ВЧ. Писить патрончики, да. Именно. Ну, можете скутер на шахте арендовать, либо если у вас есть мотоцикл, то можете заехать, как я. Но я думаю, скутере тоже получится заехать. Так. Что-то мне тут не нравится обстановка, никого нету. Ну ладно. Чё, блядь? Чё, попутала? Собака брысая. Ты чё, блядь, охуела? Мышь ебаная, сука. Пизда тебе, пизда. Тоби пизда, чувак. Я тебе отвечаю. Сука, с машины хуярит, гандон. Здрасте, ебать. Здоровки, здоровки, здоровки. Извини, но нет. Я знаю, нельзя так стрелять, но, блядь, видели, тот пидор сам в машину сел. Так тоже нечестного, как бы. Поэтому все в пределе разумного. Так, вот пидор там сидит, и неизвестно. Нет, его там нету. Поэтому сейчас заходим на ВЧ и попробуем его слить. Точнее, на склад заходим. Ты сука. Да ты заебал. Сука. Только не, чтобы он меня не слил, потому что у него хп меньше, чем у меня. У меня еще аптечка есть. Ты пидор. Сука, в АФК уходит. Есть, соси хуй, пидор. Фух, надо перезарядиться. А, да. Несмотря на то, что я болею, я нормально хуярю. Но это не точно. Так, кто зашел? Это свой. Ну ладно. Хуй с ним. Так, это уже кто зашел? Ты пидор. Ах ты пидор. Лови фаш из гранату, нахуй. Иди ты нахуй, пидор. Ёбок. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Ты пидор. Ебать, вас тут много, пизда. Минус один, минус один. Минус один, так, давай, чё ты не умираешь? Да сдохни, блядь, ты пидор. Чё он не умирает, сука? Иди ты нахуй, ёбаный в рот. Иди ты нахуй, блядь. Да сдохни ты, заебал. Иди нахуй. Как этого пидора убить? Минус один. Давай, ёба. Посоревнуемся чуть-чуть с тобой. Сука, чё ты их дохуя? Вам так не кажется? Да ты заебал. Сдохни, блядь, пидор. Пидорас. Сука. Ты заебал меня. Еще один, блядь. Вы что, издеваетесь, нахуй? Я что, блядь, один буду против вас? Вы что, ебанутые?
сука, нет. Нет, блядь. Пидор, сука, гандон, ебаный. Фу, пизда, пидорас, блядь, не вовремя, сука, зашел. Вот крысеныш ебучий. Сука. Сука, блядь. Сколько я слил? Человек 5, наверное, если не больше. Серьезно, блин, ну ебать, обидно, нахуй. Я так хотел их всех захуярить. Ну, пацаны, смотритесь, я один разнес всю ВЧ почти. Поэтому это все нормально. Ну, пиздец, конечно, чуваки, я в шоке. Я в шоке. Кью-кью. Блин, вот реально почти разнес всех просто. Просто разнес всех, блядь. Принимай давай, ёпта. Все, выходим. Ну, я думаю, на этом будем заканчивать, в принципе, чуваки. Блин, ну, обидно, что он зашел в то время, когда у меня эта ебаная нимка была. Так бы я его вынес, пацаны. Стопудово у него хп, тем более, мало было, я ему оставил. Ну, в принципе, вот такие вот будни мафии, чуваки, да. На этом у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright.